Еще одним подарунком для хамельчан у День города стал концерт в рамках республиканской народно-патриотичной акции «Мы разом». А повний юн распачался на центральной музычной пляцовце Гомеля площадь имя Ленина. Акция «Мы разом» – это мероприемство Федерации профсоюзов Беларуси. Оно проходит третий год запар. Профсоюзные выконавцы побывали со своими концертами практически во всех городах республики. У День города у Гомеля выступили финалисты конкурсу «Новые имены Беларуси», аматорские коллективы и зорки белорусской эстрады. Тут же ушановывали представников працовных династий, социальных партнеров и профсоюзных активистов. В рамках нашей акции «Мы вместе», профсоюзной акции, конечно же, награждали самые достойные. Это были и наши династии во всех отраслях экономики, здравоохранения, социальной сферы. Поэтому на эту сцену поднялись те люди, действительно, которые в этот праздник должны были быть отмечены.